Спасибо за знания. Все работает. Доказательства того, что все работает, они находятся не сегодня и не здесь. Они находятся в 2011 году, в тот день, когда я 27 апреля провел свою первую ступень эзотерической школы Кайлас. Это было в институте Киево-Могилянской академии, где я снимал маленькое помещение, одну аудиторию, и проводил вот такие встречи с аудиторией. Именно тогда и началось. Если школа, которую я веду на протяжении стольких лет, она не распалась, ну тогда это говорит о том, что это кому-то нужно. Почему я решил это делать, и почему я выхожу к людям, и почему... Ну, кто-то же должен говорить о добре, кто-то же должен напоминать о том, что счастье есть, а как можно изменить судьбу. Кто-то же должен не просто зарабатывать деньги, а еще это говорить. Знаете, мне нравятся люди, которые говорят, да, он просто зарабатывает деньги. Но я зарабатываю деньги, но при этом, смотрите, каждую пятницу я выхожу с эфирами, каждый вторник я выхожу с эфирами и делаю так на протяжении уже, я не знаю, скольких лет. Но почему? Я бы мог этого не делать. Но я же делаю, отвечаю на вопросы людей, общаюсь с ними, но мог бы не делать. А тот человек, который говорит, он деньги зарабатывает, но при этом он не выходит и людям ничего не говорит. Знаете, одна женщина написала, если не хочешь помогать, то это повод для того, чтобы не помогать. Потому что если помогаешь, то находишь повод для того, чтобы помогать. Я помогаю. Но дело в том, что у меня такая большая семья, огромная просто семья. Пятеро сестер, есть брат, есть мама. У этих братьев и сестер есть дети, у этих детей уже есть дети. И у меня просто глобальная, огромная семья. И у меня пятеро детей, и у меня есть семья, есть завод, там есть люди, есть работники. Если вот так все рассмотреть, то это огромная прямо школа, там ученики. Это огромное количество людей. Помогаю ли я финансово? Да, очень часто такое бывает, что помогаю финансово. Очень часто это бывает. Сейчас, когда война в 2022 году началась, то все ученики написали в один день, те, которые в Украине находились и в городах, которых начали падать бомбы. И там было все, и там Андрей Андреевич, нет денег, помогите, и дайте на бензин, и там дайте где-то пожить, и там и так далее. Это было очень много, прям очень много. И я ни от кого не выключал телефон и брал все звонки, и каждому давал какой-то совет. Мы пережили очень сложное время. Людям рождаются.